Ну что, друзья, давайте угадаем. Накрутили уже себя после интервью генерала Залужного? Небось и мартовские флешбеки у многих были. Ну а мы, почитав весьма вероятные попытки Путина и компании повторно наступить на те же грабли... Россияне готовят 200 тысяч солдат. Не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев. Залужный. Сразу призадумались. Это ж как ни крути, получается, что стартовать чмони опять с территории Беларуси будут. Причем поди не сами, а с местными вояками. Ну, не зря же в Беларусь то Путин, то Шойгу на сложных щах летают. И наши и ваши офицеры готовят ребят и белорусских, и россиян готовят для того, чтобы и в случае необходимости первые ряды наши защитники союзного государства смогли отразить любую агрессию. А с учетом того, что картографа Лукашенко можно смело назвать самой несчастной и бесправной политической проституткой в мире, у нас нет никаких сомнений, что выполнять он будет ровно то, что скажут в Кремле. И, видать, осознавая, что рано или поздно отвертеться не получится, белорусов уже сейчас всеми силами начали готовить к войне. Причем уровень геббельсовщины там зачастую даже покруче, чем в России. Угрозы действительно серьезнейшие. Мы ожидаемся и готовы дать отпор возможному нападению в виде диверсионного акта, серии террористических актов. Всем ясно, друзья? Оказывается, таки Запад вместе с украинцами готовит нападение на Беларусь. Мало же Украине 140 миллионов российских чмонь, так еще и на Беларусь нападем. Че уж тут мелочиться? Там готовится инфраструктура, готовятся боевики. Не скажу, что их там огромное количество, но тем не менее, наверное, десятки, возможно, для сотни. Для провокаций вполне себе. Вполне. Пока нам удается сдерживать вероятного противника от применения военной силы против Беларуси. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. При этом обратите внимание на очень жалкий белый кокошник, который нацепили на себя местные пропагандисты. Как и все убийцы или соучастники убийства, они ой как любят давить на жалость. Мол, а чё плохого мы Украине сделали? Хоть один беспилотник от нас улетел? Скажите, хоть один белорусский бусел, квадрокоптер, залетел на территорию Украины? Но агрессоры мы. И ты слушаешь все это и думаешь, ну вот как, какой нафиг беспилотник, дядь, с вашей территории ракеты чуть ли не каждую неделю запускают. Бомбили Киев, Чернигов, стерли в пыль десятки сел. И после этого у них еще язык поворачивается девственниц невинных из себя строить. В чем нас только не обвиняли, вот в чем обвиняли, в том мы никогда не были грешны. Скажите, хоть один белорусский бусел, квадрокоптер, залетел на территорию Украины? Но это русский мир, друзья. Тут нормативы по цинизму бьются каждый день. Причем уровень пропаганды – это отдельная песня. Ведь помимо очень смешных закатываний глаз, местные пропагандисты сильны и в глубоких погружениях в самые скрепные места начальства. Царь-батюшка, отец народов, батька. В этом много потаенного. Украину раскачали, Беларусь не могут. Может быть, мы не такие высокомерные, нет родовых проклятий Бандеры, зато есть свой настоящий батька. Есть мнение, что эти лизуны запросто могли бы звездами порнохаба на раз-два стать. Причем здесь-то мы говорим без всяких шуток. Ведь эти таланты умудряются превращать в праздник даже рядовую встречу Лукашенко с алканавтом Дугиным. Один из главных мыслителей и философов вот нашей цивилизации, вот он с удовольствием встречался, вот гений философии встречался с гением в политике, с Александром Лукашенко. Все слышали? Оказывается, это не два фрика, а гений философии с гением политики встречались. Ага. Почитайте Дугина. Он самый авторитетный философ современности. Он сформулировал все константы нынешней геополитики. Он победил Бернара Анри Леви. А значит, победим и мы. И на поле боя, и в душах и сердцах людей. Да если вы думаете, что это некий пик безумия, переплюнуть который уже сложно, то сразу расслабьтесь. Лукашенко — это, чтобы вы знали, не только гений политики, но и предводитель войска божьего. Правда, не один, а вместе с бункерным Вовой с прозвищем Наха.
Так уж случилось, что вожди наши, Александр Лукашенко и лидер России, ныне единственные в мире, кто на земле защищает Церковь Христову. Они – предводительство воинства Божьего на земле. Казалось бы, а к чему вообще был заход про Божье войско? О, друзья, здесь все еще смешнее. Ведь мы уже не раз говорили, что помимо выноса людям мозга, они всячески готовят их к войне. А в ненавистной, типа бендеровской Украине, которую Озаренок и компания оскорбляют 24/7... Позорище! Это слово олицетворяет собою всех змогаров, бандеровцев, нацистов, предателей, смехотворных упырей, червяков и глистов. Якобы начались страшные гонения на мальчиков в трусиках и рясах. Обижают их злые фашисты. Ну, в общем, сами послушайте. И вот уже пошли просто узаконенные гонения на Христову церковь. Батюшек арестовывают, громят храмы. Рогатый Зеля пообещал уничтожить православную церковь Украины. Дальше начинается либо тяжелая наркомания, либо запущенная шизофрения. Такая, знаете, в стиле молодой Натахи Поклонской, которая с иконами ходила пугать бандеровцев. В Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, мы берем... Самое основное наше, самое святое – это икону. Мы берем икону святого государя и царской семьи. Безоружные идем к вооруженным бандеровцам, без страха. И они нам ничего не делают. Так вот, Путин и Лукашенко во главе войска Божьего планируют примерно то же самое. Если фашисты и каратели попробуют, цитата, Киево-Печерскую лавру осквернить. Они хотят захватить Киево-Печерскую лавру. Вероятно, сделают это. Есть пророчество старцев. Когда бесы осквернят лавру, через полгода будет победа воинства Христового. И вот знаете, нам абсолютно искренне интересно. Ну хоть на кого-то эта пафосная шляпа работает? Просто чисто на наш вкус это выглядит не просто неэффективно, а прям как некий уникальный жанр камеди. Только тут вы уже поплатитесь. Когда святой воин Илья Муромец восстанет из пещер, как тогда восстал с печи, и уничтожит идолище поганое. Причем они ж там еще и отжигают, что повестки белорусам не от военкомата, а от Бога приходят. Время выбора. Время битвы жизни и смерти. Время мобилизации. Повестки идут от Бога. Ну да, от Бога. Картофельного такого. Иисусами. Устроили, понимаешь, религиозные войны, чтобы свою беспомощность и бездарность как-то оправдать. Тот же, прости господи, воин Божий Озаренок, например, который чуть ли не громче всех о святости и верном выборе повизгивает. Победа будет, потому что за нами любовь. И Пресвятая Богородица. Как-то не стесняется с тем же Владленом Татарским мило ворковать? Ну и как, в принципе, на ваш взгляд, прошла мобилизация? Мобилизация прошла отвратительно. Я очень надеюсь на то, что Белоруссия, как оплот такого порядка, да, и образец, надеюсь, так у Белоруссии не будет. А Татарский, если кто забыл, это конкретный нацик-пацик, регулярно предлагавший уничтожать целые народы. Почему и объявлена, собственно, мобилизация? Потому что у нас не хватает войск, чтобы решить окончательно украинский вопрос. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Украина должна быть разгромлена вот полностью до чопа. Полностью переформатирована, полностью обряды покаяния, как это было в нацистской Германии после ее поражения. Че там по божьим заповедям, а, мамкины вы, воины Христа? При этом, несмотря на подобные заявления, они же именно Украину центром сатанизма рисуют, а не себя любимых. Нынешняя Украина – сатанинское, демоническое, дьявольское, богоборческое государство, государство антихриста, оружие князя тьмы. Договорились до того, что по их версии Украина не замерзает, о чем они все мечтали, потому как ее согревают прямо из ада. Они дышат злобой и ненавистью. Украина не замерзнет, ее греет адское пламя. Ну, конечно, из ада. Ну, откуда же еще? Их послушать так Украине в этом заведении так вообще золотую карту дали, после того, как мы всей страной повадились россиян лопать. Украинцы уже реально едят россиян. Страшно похожие на человеческие тела блюда с кричащими названиями. Это что, нацизм или украизм? Ну, правдивейшая история же, друзья. Признавайтесь, закупили уже русского к праздничному столу вместо оливье? Ну а еще раз, это мы посмеемся, покрутим пальцем у виска и забудем.
А в Беларуси подобные новости по центральным каналам идут. Ох, как похихикивают с Евгения Пустового и его вчерашнего заявления про каннибализм бандеровской сволочи. А что он не так сказал, скоты вы подлые? Что, не было ребрышек сложенных в киевских магазинах в формах русских тел? Более того, они ж к подобному мракобесию не только пропагандистов, но и духовенство привлекают. Ну а куда ж без него? И там чудаки в рясах кивают головами, трясут крестами то во славу того же Лукашенко, то, чтоб проклятый конструктор Лего победить. Достаточно взглянуть на календари Лего, распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке «Мир детства». Это вестерн, это поиски сокровищ фараона, это всемирная катастрофа, космические пришельцы и разнообразные войны. Вот едва ли не главная тематика. Про Лего, как вы поняли, это вообще не шутка. В Беларуси сейчас Лего примерно четвертый в списке врагов. Ну, после Америки, Украины и, разумеется, Змагара. Какая дичь! Подлый Запад опускается на самое днище лицемерия. Це европеец! Европеец в нынешние времена равно сатанист. Вы видите, что у вас отросли копыта? Вы видите, что вы все причастились крови сатаны? Вы слуги адовы, дети тьмы. Ну а после них уже и Лего. Развращает, понимаете ли, бездуховный конструктор местных детишек. Пусть вам лучше в солдатики играют. Даже среди православных пап мое негативное отношение к Лего вызвало активное несогласие. Игрушки развивают конструктивное мышление. Игрушки учат различать цвета. Игрушки тренируют мелкую моторику руки. Разве этого мало? Да, это все хорошо, но подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны. Или танцуют под вот такие хиты с любимым вождем, конечно же. И здесь, собственно, не до смеху. Ведь именно подобным контентом в свое время и многим россиянам мозги в майонезный соус импортозаместили. А потом люди после ежедневных многочасовых потоков ненависти... Вот и свершаются они, последние времена. Упала звезда Полынь, и всадники апокалипсиса запрягают своих костлявых лошадей. Бесы не скрывают, что хотят уничтожить нас, как народ, как нацию, как цивилизацию. Когда украинцев отрезают вот от нашей души сущности, да, они идут вниз, куда-то в инферно, в ад. И там эти возрождаются бесы и демоны. Реально трогаются умом. Начинают верить, что они богоизбраны, что у них свой особый путь, а какой-нибудь жалкий додик типа Лукашенко так вообще президент мира. Ой, хотя забыли, что это мы. Это же место уже занято. Путин президент мира! Ура! Ну тогда, значит, первый заместитель президента мира. Так сказать, по самым важным делам. Сейчас вот этот титан совещание проведет, и сборная Беларуси на следующем чемпионате мира всех рвать будет. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира. А когда-то, назначая вас, я надеялся, что вы как человек военный, любящий спорт, понимающий в нем, повернете-то. Правда, этих эпичных побед ни Лукашенко, ни многие белорусы могут не увидеть. И здесь нет никаких угроз. Каждый сам может посмотреть видео, как разобрали на севере Украины куда более подготовленных и мотивированных россиян. И техники у них было несравнимо больше, чем сейчас у белорусов, и опыта боевых действий. Да и украинцы после этих месяцев российской агрессии едва ли кого-то будут жалеть. Жертва пропаганды? Переслушала Заренка? Вы еще будете рассказывать, что никаких нацистов нигде нет? Вот так они хотят и здесь, в Минске, сегодня же вечером. Доставать вас из теплых квартир, стелить на земле и стрелять в голову. Они бесноватые, они упыри, они хотят ваших стонов и смертей. Они не пожалеют ни женщин, ни стариков, ни детей. И избежать столкновения нельзя. Но можно стать добровольцем Господа и Родины. И на поле брани, и на поле духа. И победить. Ну извини, дядь, твои проблемы, ну точнее твоей семьи, которой тебя, дурака, хоронить придется. Поэтому вот вам наш совет. Думайте, пока не поздно, пока есть время.
Озарёнок, Коленька и компания, если и выживут, то убегут куда-нибудь в Ростов. А вот тем, кто им поверил, такой шанс может и не представиться. А наказание за всего одну ошибку будет слишком высоким ценой в жизни.